соперник показал неплохую организацию, хорошее движение, дисциплину и так далее. Наша игра, в принципе, то, что мы планировали, она выполнялась. Значит, старались атаковать, хотели не забить, не пропустить. Голы забили, два гола забили. Могли, конечно, там и по-другому еще забивать, конечно, но вот этот гол, он, конечно, был не нужен перед ответной матчей. Конечно, он осложнил ситуацию. Господа, ваши вопросы? Владимир Андреевич, победа, хотел поздравить. Спасибо. Владимир Андреевич, тот обидный гол, который, да, в общем-то, и не нужен был, товарищи по команде обвинили, как сказать, Дмитренко в ошибке. Местно ли? Я сейчас не могу сказать, там была передача из глубины, было очень разряженное пространство. Кто ошибся, я еще не знаю, но ошибаемся, мы все ошибаемся, все люди. К сожалению, вот этот гол, он не нужный был в конце игры, тем более нас счет 2-0 устраивал, сейчас ситуация обостряется. Но сейчас я еще ничего не могу сказать, кого-то конкретно обвинять обычно. Выигрывает команда, проигрывает все вместе. Выигрывает, и результат мы сейчас кого-то отдельно. За какие-то моменты мы, за отношения мы можем, но за моменты мы все ошибаемся, все мы люди. По поводу легионера на прошлой игре, состояние какое? Состояние? Ну, я вчера вроде говорил, была операция. От 10 до 20 дней в этом он выпал. От 10 до 20 дней, где-то так. Сейчас он начнет тренироваться через какое-то время, ну и выйдет, войдет в строй где-то от 10 до 20 дней. План, спасибо, да. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как оцените сегодня игру Марата Быстрова? В целом сыграли неплохо. Можем лучше, конечно. Можем лучше. Но сыграли неплохо. По дисциплине и по мобильности все было на неплохом уровне. Самоотдача была. Всем ребятам спасибо за самоотдачу. Но, к сожалению, вот этот последний момент с голом, он, конечно, смазал все впечатление. Ваш вопрос, пожалуйста. Какой план на ответную игру? Ой, елки-палки. Нам еще с Кайратом играть. Сейчас надо план сначала на Кайрат составить, а потом только будем составлять. План играть. Мы не меняем план. У нас идет все по. Может, замены по основному составу? Замены может по основному составу. Сейчас я ничего не могу сказать. Завтра проснемся к обеду, и потом будем планировать все. Сейчас трудно сказать. Сначала врач нам сообщит, что там. Потом мы планировать начнем. Там видно будет.